все-таки часть осталась в душе, да? Часть осталась в душе. Угу. Эта часть мешает? Она мешает. Угу. Я хочу сейчас попросить Высшее Я обратить внимание на это существо. Это существо находится до сих пор в душе. Это существо мешает. Угу. Можем ли мы сейчас избавиться от этого существа? Отпустить. Отпустить его. Я прошу Высшее Я помочь отпустить это существо. Можем ли мы это сейчас сделать? Я прошу Высшее Я помочь отпустить это существо. Можем ли мы это сделать? Почему это сильно сидит, не хочет уходить? Сильно сидит и не хочет уходить. Я самую грудь держу, как будто. Как оно выглядит сейчас, это существо? Маска. Как маска? Как выглядит? Ну, как будто пленка красная закрывает лицо и грудь. Лицо и грудь закрывает красная пленка. Я сейчас прошу Высшее Я помочь нам отправить это существо, распрощаться с ним. Можем ли мы это сделать? Энергия сильно нужна любви. Энергия любви. Добра. Сильно нужна. Сила нужна. Я сейчас говорю с Высшим Я или я сейчас говорю с временным Я? С кем я сейчас говорю? С Высшим. С Высшим Я. Я прошу Высшее Я приказать оставить этому существу. Есть ли имя у этого существа? У этого подселенца есть ли имя? Какая-то тварь. Какая-то тварь. Mm-hmm. То есть имя этого существа — тварь. Mm-hmm. Я прошу Высшее Я мысленно приказать этой твари по законам Вселенной, по законам свободной воли, тварь обязана подчиниться. Отказ подчиниться означает немедленную гибель этого существа, безусловную и окончательную. Я прошу Высшее Я мысленно приказать этой твари оставить их по законам Вселенной, по законам свободной воли. Он обязан это сделать. Отказ подчиниться означает его немедленную гибель, безусловную и окончательную. Я прошу Высшее Я мысленно приказать твари оставить по законам Вселенной, по законам свободной воли. Он обязан это сделать. Отказ подчиниться означает его немедленную гибель, безусловную и окончательную. Что сейчас происходит? Я обращаюсь к Высшему Я. Что происходит с этим существом? Я прошу Высшее Я проделать это самым безопасным образом, самым безопасным способом, чтобы была в безопасности. Я прошу Высшее Я безопасным способом распрощаться с этим существом, потому что оно сейчас уже не нужно. Оно выполнило свою роль.
Я прошу Высшее Я помочь или избавиться от этого существа. Я обращаюсь к Высшему Я. Что сейчас происходит? Что мы видим? Это существо еще остается? Пытается удержаться. Пытается удержаться. Значит, мы продолжаем работу. Мы продолжаем работу. Я прошу Высшее Я приложить все усилия, потому что я знаю, что Высшее Я обладает огромной силой. Огромной силой, чтобы помочь освободиться от этого существа. Это существо уже выполнило свою задачу. Я прошу Высшее Я отправить это существо туда, где оно обязано находиться. По законам свободной воли тварь обязана это сделать. Тварь обязана подчиниться, иначе отказ от подчинения означает его немедленную гибель, безусловную и окончательную. Я прошу Высшее Я освободить от этого существа. Что происходит? Я обращаюсь к Высшему Я. Есть ли какие-то изменения? Есть ли какие-то изменения с этим существом? С этим подселенцем? Что происходит? Какие изменения? Почти все ушло. Хорошо. Остаться. Хорошо. Мы продолжаем работу. Мы продолжаем работу. Высшее Я. Я обращаюсь к Высшему Я. Я знаю, насколько вы сильны. Вы можете справиться с любыми сложностями, с любыми болезнями. Вы можете исцелить или... И я обращаюсь к вам, я обращаюсь к вашей силе, я обращаюсь к вашей мудрости. Помогите избавиться от этого существа. Мысленно прикажите ему оставить по законам Вселенной, по законам свободной воли. Тварь обязана это сделать. Отказ подчиниться означает его немедленную гибель, безусловную и окончательную. Я прошу Высшее Я самым безопасным способом избавить ее от этого существа, от этого подселенца. Что сейчас происходит? Что мы видим? Я обращаюсь к Высшему Я. Что происходит? Сканируйте. В ногах еще. Лицо и грудь освободились. Сердце почему-то не отпускает. Еще немножечко не отпускает. Продолжаем работу. Я прошу Высшее Я продолжить работу. И самым безопасным способом освободить ее от этого подселенца, освободить ее от этого существа с вашей силой, с вашей мощью, с вашей энергией. Вы можете это сделать, вы можете помочь ей. Я прошу вас об этом. Я прошу вас исцелить тело, чтобы она освободилась от этого подселенца. Уже достаточно было страданий, и она стала меняться в лучшую сторону. Мыслить позитивно. Она старается позитивные эмоции переживать, совершать позитивные поступки, помогать людям. Поэтому я прошу Высшее Я освободить ее от подселенца, освободить ее от этой негативной энергии, отправить подселенца туда, откуда он пришел, чтобы он не мешал дальше развиваться, чтобы он не мешал дальше чувствовать себя хорошо, быть здоровой и помогать людям. Я обращаюсь к Высшему. Еще раз просканируйте, пожалуйста, тело, или просканируйте ее тело от макушки и до пальцев ног.
Просканируйте, пожалуйста. Вы делаете это. Хорошо. Что вы можете сказать? Есть ли какие-то изменения? Да. Есть изменения. А можете озвучить эти изменения? Чисто стало. Чисто. Спокойно. Спокойно стало. То есть мы полностью освободились от подселенца. Спина держит, но не уходит что-то. Еще на спине немножко держит, да? Хорошо, тогда мы продолжаем работу. Я прошу Высшее Я. Я прошу Высшее Я мысленно приказать подселенцу оставить по законам Вселенной, по законам свободной воли. Подселенец по имени Тварь должен это сделать, потому что отказ подчиниться означает его немедленную гибель, безусловную и окончательную. Я прошу Высшее Я помочь своей мощью, своей энергией освободиться от этого подселенца. Освободите ее от подселенца, освободите ее от негативной энергии. Пусть подселенец отправляется туда, откуда он пришел. Я прошу вас освободить тело от этого подселенца. Мысленно прикажите ему оставить по законам Вселенной, по законам свободной воли. Он обязан это сделать. Его отказ подчиниться означает его немедленную гибель, безусловную и окончательную, его немедленное уничтожение. Поэтому он обязан покинуть. Я обращаюсь к Высшему Я. Есть ли какие-то изменения? Посмотрите еще раз. Просканируйте тело от макушки до пальцев ног. Какие изменения происходят? Спокойно стало. Спокойно. Спокойно стало. Просканируйте еще раз, пожалуйста, тело. Сейчас обращаюсь к Высшему Я. Какое решение вы приняли, чтобы наилучшим образом помочь? Какое решение вы приняли? Отпустить. Отпустить эту энергию. Это лучший выход, лучшее решение. Я благодарю вас и прошу вас и отпустить эту негативную энергию. Можете ли вы это сделать сейчас наилучшим образом, наилучшим и безопасным способом? Можете ли вы это сделать? Хорошо. Я прошу вас освободить от этой негативной энергии. Она уже достаточно настрадалась. Поэтому я прошу вас очистить ее тело, очистить ее душу от негативной энергии, чтобы у нее была в дальнейшем возможность развиваться. Сделаете ли вы это сейчас? Сколько времени вам потребуется для того, чтобы закончить эту работу? Неделя. То есть в течение недели вы будете еще эту работу завершать. Хорошо, благодарю вас. Благодарю вас за то, что вы помогли. Помогли справиться с подселенцем. И в течение недели завершите эту работу с негативной энергией. Я благодарю вас.